На стадионе «Локомотив» состоялся торжественный новогодний вечер, посвященный награждению лучших команд Академии клуба. В этом году школа «Лока» поработала на славу. Команды 99-го года рождения и 2001-го стали чемпионами России. Команда 2000-го года стала финалистом национального первенства. «Локомотив» 2003 стал серебряным призером клубной лиги, а «Лока» 2005 завоевал титул чемпиона, буквально уничтожив всех соперников. «Локомотив» 2004 стал победителем «Локобола», а команда 98-го года уже делегировала большую часть распоряжений молодежного состава. Все достижения Академии были отмечены руководством клуба. Помощник президента Владимир Коротков поздравил ребят и вручил памятные призы. Напутствовал юных футболистов и директор нового ЦСО «Локомотив» Алексей Щиголев. Мы хотим, чтобы вы, приходя к нам на тренировку, приходя в нашу семью «Локомотива», чувствовали, что все мы здесь вместе делаем одно большое дело. Я хочу вам пожелать в новом году новых свершений, тренерам новых творческих планов. Родителям терпения. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы вы чувствовали заботу, комфорт и уют. Помимо награждения лучших команд и футболистов Академии, в этот вечер была и насыщенная развлекательная программа. Детишкам особенно понравилось выступление иллюзиониста Владислава Вознесенского. Ее представители всегда занимают достойные места в чемпионате Москвы, первенстве России, однозначно серьезно усиливают сборные команды России и Москвы, конечно, за что отдельное спасибо руководству футбольного клуба в лице Саровской Ольги Юрьевны, конечно же, директора Академии Щиголева Алексея Николаевича. Я уверен, что у вас в будущем ждут только победы. Этот год подарил нам много побед, а потому торжественное мероприятие сопровождалось отличным настроением. И есть уверенность, что в наступающем году воспитанники «Лока» принесут в копилку Академии клуба еще больше титулов и кубков.